В первой Симферопольской гимназии сегодня прошло необычное занятие – урок безопасности. В роли учителей – сотрудники МЧС. Они обучили ребят правильному поведению в чрезвычайных обстоятельствах, разрешили прикоснуться к спецтехнике и примерить экипировку спасателей. Подробности расскажет Анастасия Калугина. В каждой городской общеобразовательной школе сегодня прошла серия уроков по гражданской обороне. Вместо учителей и лекций сотрудники МЧС и серьезная, но увлекательная программа. Звонок, сирена, а уже затем отработка на практике всех теоретических знаний, то есть эвакуация. С этим ребята справились на 5 баллов. Дальше школьникам сделали сюрприз. На территории гимназии въехала пожарная машина с сиреной. Спасатели показали, как они тушат пожар с помощью их новой техники. Разумеется, настоящего пожара не было. Тушили так называемый условный. После того, как спасатели выступили, они разрешили детворе посидеть внутри пожарной машины на мотоцикле. Для школьников прошел довольно увлекательный урок. Для детей это не столько даже учение получилось, как самый интересный познавательный такой фактор и праздник в чем-то. Они познакомились непосредственно, как действуют МЧСники, какая у них техника. Я посмотрел, глаза у них загорелись, они с удовольствием действительно принимали участие в этом мероприятии. В любом случае, для них это очень важно, и просто для того, чтобы знать, как, в каком случае поступать. Это очень важный момент, потому что в жизни всякое может случиться, а никто не застрахован ни от чего. А чем раньше научишься, тем скорее выйдешь из любой ситуации. Разрешили примерить и специальную экипировку, кислородные маски, костюмы, а затем подержать в руках орудия спасателей, их спецоборудование. В результате мероприятие превратилось в настоящий праздник. Детям показали возможности пожарно-спасательной техники, ее современные образцы. После этого спасатели приняли участие в проведении открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности. Персонал показал четкие, грамотные и слаженные действия. Подобные мероприятия во всех школах проводятся ежеквартально. И думаем так, что мы будем гордиться своими детьми. День гражданской обороны в первой гимназии удался. Приняли участие больше 500 школьников и учителей. А 15 спасателей личного состава и 5 единиц техники обеспечили детворе наглядное выступление и провели урок по высшему классу. Анастасия Калугина, служба новостей ИТВ.